какой-то момент мы можем услышать вот то самое мажорное трезвучие, абсолютно ровное, которое как раз и является, на мой взгляд, самым главным вообще именно гармоническим таким, да, вот, то есть той самой гармонии, которая пронизывает все, то есть она пронизывает все звуки, все инструменты, то есть вот когда мы слушаем, что музыка очень гармоничная, очень хорошо все инструменты строит, это вот как раз те самые обертоны, это вот как раз те самые три ноты, которые вот и являются вот этими обертонами. Сейчас я их попробую так сделать, чтобы вы услышали. Это гармонические искажения. Это немножко дополнительные гармоники. Это как бы и гармоники, да, их просто по-разному называют, но в целом суть одна. Вот они. Получается, что они у каждого из нас, они индивидуальные. Они есть. Ну, вообще они все по одному принципу строятся. То есть вот я сейчас попробую их. Ну вот они. Они идут по терции. То есть вообще, вот я сейчас попробую это вокалом сделать, они как раз идут по ровно по мажорному аккорду, но там еще это септаккорд даже, если. И как раз он, да, он идет доминантовым. Сейчас попробую.